Привет, друзья! Если вы смотрите это видео, значит, проблема с загрузкой контента в TikTok коснулась и вас. Все дело в том, что с сегодняшнего дня на территории Российской Федерации TikTok ограничил возможности для авторов, то есть загрузку контента и проведение прямых трансляций. Заблокировали они это из-за принятого в России закона о фейках. Но покопавшись немного в интернете, для Android решение было найдено. Насчет iPhone, к сожалению, не знаю. Чтобы на Android пользоваться всеми функциями TikTok, для этого удаляем старое приложение TikTok. В интернете находим модифицированные. Мод называется USA Mod. Есть различные версии, ссылки на какие-то конкретные я оставлять не буду. Вот мы скачали само приложение, вот такое у него название. Приложение устанавливаем, ждем завершения установки. Как только установилось, приложение запускаем. Далее нужно ввести логин и пароль. Я буду авторизовываться по номеру телефона. Вводим свой номер телефона. Запрашиваем код. Как код только придет, вводим его. Ну и далее, как обычно, приложение запускается, предлагает синхронизировать контакты. Сразу же попробуем загрузить видео. Для этого все необходимые разрешения выставляем. Открываем видео на своем смартфоне. Выбираем любое, которое хотите загрузить. Ну и все по обычной схеме. Вот видим, видео обрабатывается. Необходимые стикеры, эффекты выставляем. Пишем название, хэштеги. Я напишу просто проверка. Это видео я уже загружал. Ну и вот пошла загрузка. Все, видео загрузилось. Сейчас перейдем на главную страницу. И вот оно у нас есть. Единственное, это то, что в рекомендуемых видео сейчас будет, как правило, контент из США. Но зато можно пользоваться всеми остальными функциями. Надеюсь, данное видео было вам полезно. Подписывайтесь, ставьте лайк. До новых встреч!